Хей, йогай, с вами Шимки, и мы продолжаем родить игру по названием Spider-Man 2 видеогейм. В прошлой серии мы с вами одолели Пуму, теперь мы отправляемся искать Мэри Джейн, от которой теперь ни слуху, ни духу. Так. Что, в обратно в другой в город, да, какой-то? Да, в другой город. Отправляемся. Что это было? Надо проверить. Взрыв был. Так, это, кажется, с другой стороны, да? Поверху меня пропустят. Дымит не по-детски. Не заставляй меня самого подходить! Ты у нас за что посажен? Дэви Коктейль Легви был пойман на ограблении кафе мороженого. Сильно объелся и не оказал сопротивления. Ясно. Да, дымит жестко. Почему Человек-паук? И почему здесь женщина? Человек-паук? Опять? Чего ты ко мне пристал? А, типа, то мы убегаем. Тут вооруженные. Эти как бы не-не-не-не-не, вы что, все в порядке. Так, непонятно, куда они попали, что ищили какое-то здание, помещение. Чем этим ребятам не понравились двери? Эй, подержи мне лифт. Так, доктор Ок. А, Оскорб у нас. Так, заматываем глазки. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Всё же! Спасибо, человек. Почему они не умирают, когда им на голову прыгают? Это же то же самое, что удар по голове. Так. Хватайте его! О, пипец у меня, видели, хп сколько стало? Интересно, из-за чего? Это из-за миссии или то, что я собираю пауков и все такое? Так, 4 бандюгана. Так, готово. Спасибо, паучок. Ты спас меня. Да не боись. Все нормально. Найди и останови Дока Ока. Сейчас остановим мы Дока Ока этого. Паучье чутье просто взбесилось. Человек-паук, пожалуйста, помоги мне! Ну и дела. С кого бы начать? С этого парня в колготках или его безмозглого дружка? Это ты сейчас обо мне? Спасибо, Человек-паук! Эти бандиты тут повсюду, они схватили моих друзей! Возьми ключ! Это я мне его типа уже дал. О, тихо, там что есть? О, это походу энергия вот этой, этой силы. Так, подожди, а что мне больше хп делает? Ну это точно не эта херь. Спасибо, Человек-паук! И точно не эти паучки мне дают силу энергии. Размансил, надурил. Не нравится? Привыкай. Что ты врешь? Спасибо, Человек-паук. Это позволит тебе открыть некоторые двери. Ищу сигналы. Не
нравится! Спасибо, Человек-паук. Да не за что, у тебя тут все есть. Спасибо, Человек-паук. Датчики смесь. Хуянчики. Так, еще один элемент силы, да? Да. Сверху прохода? Сверху прохода нету. Заперто. Будем искать проход. Мне нужно где-то здесь, в середине, да, что-то найти. Кстати, а где тогда? Точно не здесь. Ага, где-то либо за стеной, либо... Так, ну здесь сломать, в принципе, ничего нету. Тогда тут нихера не сломаешь. Так, о, бандит еще. Иди. Спасибо, Человек-паук. Еще бандит, окей. Так. Здоровячок. И че он стоит? Здоровяк у нас пожаловал. Так, тут еще есть один. Надоели? Вы надоели меня так называть? Так, где-то рядышком. Не, не здесь стоять. А где тогда? Неужели здесь? Ну давай, человек! Спасибо, Человек-паук. Он чуть это не сказал. Он чуть это не сказал. Иди сюда, конец. Просто разнес мусор. Не, давайте тогда я поищу немного, где эта херь. Что мне так начало аж мигать? Предупреждение давать. Где-то за стеной. Где-то здесь за стеной. И довольно... Не, даже выше меня немного. Это получается на этаж выше, да? Это навряд ли. Ладно, давайте возьму энергию. И побежали тогда. Тихо. Да, и значит там где-то что можно потянуть, да? Или там было потянуться. Ну ладно. Так, тихо. И здесь прохода нигде нету. Ладно, побежали тогда. Дальше где у нас? А, вот наверх у нас лестничка, тю. Человек-паук. Док Ок собирается взорвать здание. Он заложил 8 часовых бомб, и отсчет уже начался. Не беда. Нужно найти бомбы. Не беда. Все найдем, все пройдем. Так-да. Туда не хочу идти. А по-другому мне никуда не попасть. По-другому мне никуда не попасть. Так, раньше... Не нравится? Привыкай! Так, слышите, раньше по ним можно было стрелять. Теперь что-то не так, как я погляжу. А, с той стороны?
вверх, вниз, середина. Что-то мне подсказывает, что у кого-то есть на это планы, и они... Что это было? Внимание! Так, вот, все, я получил, да? Три выстрела! Все отлично, хорошо. Вот где-то, где-то, вот где. Где-то здесь показано. Ну вот где? Здесь ничего не открывается. Мать, где мне это искать? Где то, что мне нужно искать? Вот, где? Еще выше. Похоже на то. Ладно, погнали еще выше. Оп. Здорово. А, не буду их считать. Плевать. Пауки собираются потихоньку. Пока они не активированы, нужно их взрывать. Пока ребята не активны, нужно их убивать. И не здесь. Здесь тоже прохода нету. Ай. Больно. Больно. Все равно. Вниз. Они сверху начали, ладно. Раз, два, три. Человек-паук! Твоя удача кончилась! Ха! Хватайте его! Все-таки я успел сделать то, что я вообще не думал. Я просто хочу по-быстрому все пройти. Блин, что это вот... Но все равно. Ай-яй-яй. Почему раньше ее нельзя было сломать? Что здесь? Здесь у нас прохода нету. Молочок. Молниеносная херь, да, там как это происходит? Так, готово. Там поднимемся наверх тогда. Ай. Так, где-то проход есть? Есть. Лифтик. Так, это сколько мы обезвредили? 3 из 8. Не, 4. Или 3. 4 или 3. А вот теперь молись, щенок. Вот у него вот эта сила. Всегда нужно им глаза закрывать. А вот и... Воу. Тихо. Все готово. Побежали. Лифты. Так это третий... Третий этаж. Поехали. Давай, это верхнее. Окей.
Так, готово. Что здесь? Здесь ящик только, окей. И вот не трогаем. О, тихо. Не очень ровно дергаешься. Так, закрыто. Так, вижу доктора осьминога. Здесь я был, все, значит, побежали. Ты меня достал, Человек-паук. Док Ок, окей. У меня только одно поручение. Нужно раздавить этого жука раз и навсегда, чтобы он никогда уже отсюда не выполз. Иди сюда, паук. Окей, готово, поехали быстро. Быстро. Займемся делом. Спасибо, Человек-паук. Урон был, урон прошелся, я слышал. Еще бомба. Низ, середина, вверх. Окей. Не угадал. Еще немножко осталось. Все, тихо. Я убегаю, Здесь у нас ничего. Так, отсюда я пришел. Так, готово. Камера наблюдения. Да тихо, не лети ты. Главное, чтобы тревогу не подрубали, да и все. Давай низ, вверх. Бля. Спасибо, Человек-паук. Выстрел. Готово. Так, там бандюган. Воу, тихо. Готово, изи. Человек-паук. Да не за что. Что вас тут много было. Раз, два, три. Все, готово, одна бомба осталась. А, вверх поднимется, я пробегу. Хоп. Хил, раз. Ласт бомба, как мне туда попасть, понял, с другой комнаты. Я разберусь с пауком! Спасибо, Человек-паук. Хилыч. Так, это последняя у нас бомба. Низ. Блять, все. Не угадал. Ну так. В смысле? Спасибо, Человек-паук. Спасибо за хил. Раз, два, три. А вот теперь молись. В смысле, я ж тебе глаза закрыл. Неужели убил? Все? Или спасибо, Человек-паук! Я открою дверь, Человек-паук! Ну? О, хорош. Я ж этого не мог сделать бы, да, сам. Так, доктор Ок, что ты задумал? Удостоверьтесь, что груз прибудет с товарным составом сегодня вечером. Выбор времени для проведения моего эксперимента – это более важная задача, чем вам кажется, идиоты. И будьте готовы уладить наши проблемы с пауками, если Рина снова провалит задание.
Так, я вижу, что сверху там можно что-то по чем-то стрелять. Почему-то можно стрелять. Ок должен быть где-то неподалеку. А, в соседней комнате, 100 пудов. Помнишь меня, Человек-паук? О, простите, я не заказывал номер на двоих. Ха-ха-ха! Я еще посмеюсь над тобой, когда буду соскребать тебя со своей подошвы. И что теперь будешь делать, паучок? Ничего. Прыгать-то и некуда. Никогда не говори «ща». Так говорят одни кретины. Ладно, забыли. Ща. Ну все, раздавлю. Это как чи, знаете, ща. Здесь слишком мало места, чтобы уклоняться от Рина. Ща. Может заставить его таранить генераторы? Да почему тут мало места, слышь? Нормально тут место. Смотри, вот, видишь? Мало места, почему мало места? Осторожно, камни, поберегись! Кажется, или он голова правда становится сильнее? Голова! Тебе кажется. Наделаю себе паучьего холодца. Я что, должен пихать тебя, потому что ты болван? Голова я и так особо не напрягаюсь. Голова! Просто в виде Z делаем, да и все. Сейчас получишь, Человек-паук. Быстрее. Рина, по-моему, ты не знаешь, когда пора сдаваться. Бревно. Голова моя! Голова! Как он там встанет, я побегаю. Раздавлю! Если ты дерешься так же, как болтаешь, то мне не о чем беспокоиться. Ау! А нет, тут нельзя стрелять. А что я тогда видел? Себе паучьего холодца. Там потянуться что ли? Я что, должен пугать тебя, потому что ты болван? Ау! Я и так особо не напрягаюсь. Все, Рина умер. Это типа может убить, да? Окей. Лучше бегу. Ну что, с Риной мы расправились. Надо искать Дока. Что-то не так. Будем сейчас их ломать. Не так быстро, козявка. Ты правда решил, что со мной так просто разделаться? Нет. Раздавлю! Если ты дерешься так же, как болтаешь, то мне не о чем беспокоиться. Болтай, болтай! Все? Осторожно, 10, камни, поберегись! 9, 8, 7, 6. Ой-ой-ой! Ты только злишь 4, меня! 3, ты только 2, злишь 1. Меня! Рина немного в наражении, да? Замороженный Рино. Рождество с каждым годом приходит все раньше. Так, готово. Окей. Нет, 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 я не хотел заходить. Там, кажется, еще был куда-то проход. Но это не точно. Хватит прятаться, Ок. Я знаю, что ты здесь. Что за... Ну вот, был квартал. Как тебе нравится мой город, Человек-паук? По-моему, раньше было хуже. Я разорвал весь твой город на куски, паук. И знаешь что, человечишка, ты следующий. Мистерио? Так я и думал. У тебя неприятности, пузырь. Где обстрелим? Ой, паутина закончилась. Показалось, ладно. А теперь начинается немного жопка, поэтому... Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.